Друзья, всем привет! Завтра у моей дочери экзамены в ГАИ. Она сдает на вождение и получает права. Настя, тебе завтра удачно сдать. А сегодня я тебе покажу машинку, которая тебя ждет, как только ты получишь права. Это Ford Cabriolet 2008 года. Он в идеальном состоянии. Все в нем работает. Крыша открывается, закрывается. Внутри белый кожаный салон. Стоит Android магнитола. Полноценная четырехместная машина с багажником. Багажник открывается с кнопочки. Здесь вот сложена крыша. Несмотря на это, есть достаточно большое место для того, чтобы положить вещи. Сейчас у меня здесь находится зонтик, пляжное покрывало, стульчик, ну и кое-какие запчасти. Крыша открывается с кнопочки. Кнопка находится непосредственно в салоне. И чтобы закрыть крышу, нужно нажать и удерживать клавишу. Настя, еще раз желаю тебе удачи на экзаменах. Ни пуха тебе, ни пера. Вот. Будь аккуратна, не спеши. Отвечай на все вопросы. Ты у меня умница, отличница. Я знаю, что у тебя все получится. Давай, удачи тебе. Завтра жду твоего звонка. Всем пока.